Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Не забудьте подписаться. Сегодня у нас постный или весенний, или витаминный рецепт. Это вот такой вот яркий, красивый овощной салатик. Нам понадобится белокочанная и краснокочанная капуста, лимон, болгарский перец, консервированная кукуруза и немного оливкового или любого растительного масла. Краснокочанную капусту нужно нарезать на полоски или мелко нашинковать, так как вам больше нравится. Я все-таки люблю, когда капуста в салате нарезана достаточно крупно. Мелко шинкую только в суп или для маринования. В принципе, красную или синюю капусту, как ее еще называют, добавлять не обязательно, но мне кажется, что с ней салат получается еще ярче и еще вкуснее. Точно так же нарезаем и белокочанную капусту. Кусочки должны быть примерно одинаковыми. Теперь берем сладкий болгарский перец, можно красный, можно желтый, можно зеленый. Удаляем из него семенную коробку и тоже нарезаем его на кусочки или на полосочки. Вообще, мне кажется, что со сладким перцем любой салат получается вкуснее. А если вы не любите свежий перец, его можно немножко поджарить на сковороде гриль. Теперь переходим к сборке салата. В глубоком блюде или в салатнике соединяем всю нашу нарезанную капусту и красную и белую. Добавляем немного соли и хорошенько мнем капусту руками. Она должна немножко размягчиться и дать сок. Теперь добавляем болгарский перец и выдавливаем сок лимона. Открываем консервированную кукурузу, добавляем ее в салат. Сок, конечно же, не добавляем, только сами зерна. И хорошенько салат перемешиваем. Вот и все, наш витаминный салатик готов. Несмотря на то, что здесь совершенно простые ингредиенты, самая обычная капуста, обычный болгарский перец, кукуруза, но такой салат получается невероятно вкусным и полезным. А главное, он очень красивый. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписывайтесь на мой канал.